Всем привет-привет! С нашего пункта выдачи Фаберлик. И сегодня снова у нас Машенька. Как обычно, она пришла за своим громадным заказом. Девчонки, даже вот так, чтобы поднять и показать, даже вдвоем сложно, если честно. Опять. Вот, так что опять у нас пулеметная лента. Даже смотрите, почти еле-еле в экран помещается. Вот, так что сейчас мы начнем это все отмечать, ну и заодно будем с вами, ну как обычно, все, как все у нас обычно бывает. Рассказываем, болтаем, если есть о чем рассказать. Так, ну вот каталог. Первые, да, обычно мы их последними достаем. Так, каталоги обычно в самом низу бывают. Да. Так, где-то, наверное, еще один должен быть. А, правильно, 8 должно быть. Да. Каталоги, кому нравится обложка нового каталога, пишите в комментариях. Ой, слушай, там в следующем каталоге выйдут эти, по-моему, новые лаки для ногтей. А, да. Какие-то быстро супер сохнущие. Да, да, Риме, Риме. 100% Рима сразу начнет их пробовать. И, кстати, наша краска, ты видишь, немножко перевыпустится. Да. Наша краска эксперт прошла перезапуск. Тюрбан, любовь, меняю с удовольствием. Я на подарки заказала своим подружкам. Это класс, класс. Сейчас раскроем, посмотрим. Они не обидятся. Слушай, как с ним удобно. Очень удобно. Вообще, мне так нравится. Я дочке тоже, наверное, закажу. Да, все так же, как и было. Супер вообще. Мне очень он нравится. Вот такой он формы. Я уже где-то на своем канале тоже показывала. Да, он, получается, раздвигается вот здесь. Да. Одеваете его как капюшон, вот так заматываете вот сюда наверх. И вот так за пуговку, петельку вот так цепляете. Оп. Оп. Слушай, Маша, я не так делаю. Да? А я делаю, а я наоборот делаю. Вверх. А я пуговицу вверх. Ну, я по-разному делаю, в принципе. О, могу пуговица и вверх, могу пуговица и вниз, без разницы. В общем, кто как приспособится, кому как удобно. Как в фильме, говорит, вы как царица, слушай, не фертите, он, да не, не фертите. Тебе, слушай, как идиот! Восточная принцесса! Ну да, тут еще волосы. Класс, слушай, тебе вообще, тебе розовый цвет отлично. Хотя тебе в синем отлично. Что ты тот цвет идет? Под лицо все к лицу. Блин, с языка сорвала. Я ж не хотела на камеру с ним говорить. Но так и делать. Так, как он тут? Ну, как лучше. Дома посмотришь, как тот сложен. И сложишь красивенько. Ну ладно. По-свойски. Это своим. В общем, классная всё. Штука. Если кто-то думал еще о том, нужно или нет, нужно. Мне кажется, это прям вот нужно. Да. Нужно. Я так считаю. Да, на ваши волосы вам скажут большое спасибо. Парфюм для стирки. Это не мне. Я люблю наши кондиционеры. Так, что нет, это на потом оставим. Тут еще надо в этой пулеметной ленте же еще найти. Полосочки. Ага, вот он. Это от черных точек. Клиентка заказала. Мне не нравится. Ну да, о них идут хорошие отзывы. Я, конечно, сама их на себе не пользовала, не пробовала, потому я что ну, как бы мне не нужно. Я вот пробовала. А те, кто пробовали, да, я дочери покупала. Ну, она тоже, правда, не себе брала, молодому человеку. А по-моему, и себе. Ну, тоже. Что ты творишь? Прикол, я же это все-таки решилась наши полоски для депиляции использовать. Ну, я не знаю, как они в новой версии, но в старой версии мне не понравились они вообще. Да? Не, я не знаю, я не разбираюсь, понравились они мне или нет, но эффект после это был трэш. Я ж хорошо удаляют? Просто у меня удалялись не все волоски. Не, ну, не все, но там можно второй раз наклеить, удалить. Можно, да. Даже уже использовать. Да, да. Ну, короче, я налепила на подмыхи, думаю, попробую сначала тут, не буду там так всякие там же такое нежные. Чувствительное место. Ну, я на ногах пробовала. Но я на маленьком этом, площади, на маленькой площади налепила. Я ее дернула, и я просто... Не вешалась, нет? За малым.
И я стою, я понимаю, что я не смогу второй раз себе это сделать просто. А оно наполовину у меня, короче, там висит, уйдет. Надо резко. Я знаю, но оно как стало больно, я остановилась. Я Игорьку кричу. Отмачивать водой надо было, наверное. Иди сюда. Он, что такое? Заходит. Я стою. Он, что делаешь? Я говорю, дерни мне. Он, о боже, что ты творишь с собой? Мужчина вообще не понимает, как мы это делаем сейчас. Я опять дернул, я... Он ложит, ну неужели это стоит? Зачем? Ну неужели нельзя взять бритву побриться? Слушай, а что ты не попробуешь? У нас же есть там крем для удаления волосков. Крем? Он гораздо лучше. Не помню такого. Да. У меня даже дома он едет. Да? Вот этот, который разъедает? Из той же серии. О, надо посмотреть. Короче, тут же вторая подмыха осталась. А ты там тоже налепила? Ну да, я сразу две. Я отдала. Надо было с одной попробовать сначала. Он мне опять как дернул, боже мой. Я стою, у меня вот так вот, я не знаю. Слезы, наверное. Дым с ушей пошел. И он вот так ложит, говорит, господи, что ты с собой делаешь? Я не могу просто. Да, им этого не понять. На что мы только способны. Да, это точно. Так, крем. Гиалуронка. Наконец-то я научилась выговаривать это слово. Вот. Дневной. Тоже клиентка заказала. Сейчас артикул уже надо надыбать. Ага, вот он. Любимчики. Кстати, забыла себе заказать ежедневки. Ну, ладно. У меня, наверное, там еще одна пачка лежит в заказе. Это подруге я заказала. Так, это дневные и ежедневки. Так, дальше, что тут у нас? Омега на постоянной основе у меня присутствует. Я хотела заказать, не в том каталоге не попала на него, не в этом. Не получилось? Странно. А у меня... Я как не зайду, его все время нету. А может какая-то... И витамин В еще хотела, тоже нету. Да? О, ну слава богу, что мне так повезло, что тебе подвезло. Потому что мне надо на постоянной основе, надо, наверное, пару баночек купить, чтобы лежало. Никак не, нет, не попаду на него. Что дальше? Гладкие пяточки XXL. Кто-то у меня в чате спросил, задал вопрос про них. Мы там начали дискуссию, и, видимо, прочитав эту дискуссию, клиентка вот заказала. Да, там, по-моему, мужчина у тебя писал в чате, да? И мужчина писал тоже, да. Ну, у меня тоже он на постоянной основе дома, если честно, всегда. Потому что, ну, это же тот продукт, мне кажется, без которого никак не обойтись. Так. Вот этого не знаю, один или два, если честно, не помню, шарик. Ой, как они пахнут круто, я обожаю. Ой, тихо, я обожаю их. Это орешки. О, мастоп, это тоже мне. Лайф. Один, Маш, один. Ну, хорошо. Так, 30 таблеточек. А что, их по одной в день получается? Не знаю, я не пила его ни разу. Обычно в берлике по две штучки. Ну ладно, по одной, так по одной. Ты пила уже его или первый раз берешь? Нет, я пила, как сказать, аптечный аналог и мастон. Это мне то, что в гинекологах выписывала. Но это, в принципе, похоже. Но это насколько я так думаю по моим исследованиям. Это тоже знакомая заказала. Смарт-клэр. Ну, это классная штука, да. И к нему заказала она. Там набором продавался. Вот шампунь. Шампунь тоже на кератин. Я раньше только этой серией пользовалась, кератиновой. А потом перешла на коллаген новую. Я вот думаю, сейчас у меня заканчивается шампунь. Я думаю, какую мне взять, кератиновую коллаген. Или коллаген? Коллаген. Вот этот хуже пенится. Коллаген лучше. Дело даже не в том, как он пенится, чтобы не большего эффекта на волосы. У меня же биозавивка на голове. Ну, коллаген. Наверное, коллаген все-таки. У меня сейчас из этой серии с кератиновой только такой... бальзамчик и маска. Шампунь уже закончился. Сейчас другим пользуюсь. Но уже чувствую, что надо мне заказывать заново. Наверное, правда, коллаген закажу. Ты там прям так его нахваливаешь. Я покупала его, когда он еще был до перезапуска. У нас он был уже. Я не помню. Вот. Гель для душа. Ох, как пахнет.
нет. Витамания. Ну, это классный гель, мне нравится. Смородина, черника. Это классненький. Так, дальше гель. Ой, тоже глянь, как хорошо пахнет. Никогда что-то не обращала на эту ботанику внимания. Уход и релакс. Ботаника тоже неплохая, но если у кого-то чувствительная кожа, может подсушивать. Да? Но это прям, вот я не знаю, прям крайне-крайне редко слышала липовый. Такое. Липовый. Обычно всем подходит. О, шампунь. Вот это ж у меня тоже в чате нахвалили, эту шампунь, девчонки. Я и своим родным тоже. А, это подарки. Для окрашенных? Нет, это ламинирующий. А, а для окрашенных красный. Да. Я дочке купила полную серию, всю там сыворотка, все, бальзамчик. Она вот сейчас пользуется. Ну, вот ты знаешь, волосы у нее волос густой. И вот она, когда помоет его, он у нее прям так, как слегка прям пушится, понимаешь? И волнится. Не сильно, но не сказать, что он у нее прям прямой, но и не волнистый. Некоторые волоски вот у нее как-то интересно начинают подзавиваться. Бывает, и вот она сейчас начала пользоваться такая. Вот этой серией, получше стала. Так, манго. Манго, да, реально манго пахнет. Четко вообще. Что-то я хотела. А, у меня еще один заказ уехал на другой пункт выдачи на 54 балла. Вкусно. Это я своей там, маме, сестре, бабушке, свекрухе, подарки, короче. Всем отправила туда. Вот они сегодня пойдут забирать его даже. Ну, отлично. Час. Ну вот скоро пойдут забирать. Это вот как раз для тех, имейте в виду, что вы свой заказ, свою посылку можете отправить вообще, в любой регион, точку, да. В любой город. Даже в любую страну, да, кажется. Да, и даже за границу, с теми странами, с кем Фаберлик сотрудничает. А сколько у нас сейчас? Только не забудьте поменять точку доставки, когда будете оформлять заказ. И тогда ваш заказ уйдет туда, куда вы поставите точку доставки. Поставить это ладно, вы не забудьте потом обратно на свою поменять. Да, это вот беда. Да. Потому что в следующий раз, когда будете делать заказ, он автоматически пошлет ваш заказ туда, где был последний раз. Поэтому за этим вот надо прям внимательно следить. Так, это у нас что? Лучше после того, как оформите заказ, перепроверить. Очень хорошо. Пион. Мне Магуру говорит, попей. Попей водички. Так, подожди. Это ж одно и то же? Да. Тут один. А там, получается, одну все, я все. По купону да. провела. Одну, так. Поэтому разными строчками идет. Да. Так, это у нас дальше ботаника продолжается. Да, так, что-то вот тут с пионом. Гель для душа. Так. Что дальше вам показать? Да, давай по одному не ошибешься. Нет, мне тут надо кое-что напоследок оставить. А, у тебя задумка? Да. Так, я вот это не помню, отметила или нет. Ух ты, как классно пахнет. Я сейчас перешла от масла для кутикулы, ну, для клиентов, к этот, как его, лед, спрей-лед. Mm. И вот подумала. Почему? Ну, круто, все руки орошаю, не только кутикулы. И сразу такие ручки увлажненные становятся. Да, очень круто. То есть ты дополняешь и то, и другое делаешь? Нет, или просто... просто спрей. Угу. Да. А сейчас вот подумала, а почему бы не купить и вот этот мист для тела, тоже руки орошать. Да. Вообще супер будет. Во-первых, запахи классные. Вот, можно постоянно менять, и можно несколько даже. Ну, я всегда масел несколько у меня в арсенале. Мне там одно надоедает или под настроением, могу сегодня этим, другим этим. Ну, я такой сама человек. Значит, не одно и меня по настроению. Да, у меня 9 флаконов духов стоит дома, поэтому. Так. Это на потом. Это тоже на потом. О, помады. Помады клиентка заказала. О, это да, это... Думаю, открывать ее. Наверное, не надо, наверное, мне кажется. О. Мне, кстати, не понравились эти помады. Не понравились? А почему? Во-первых, я их чувствую на губах. Да?
А когда я чувствую помаду на губах, это уже не мой. Он же как бальзамчик идет такой, да? Ну да, блеск. Она такая... Так, это две одинаковых, и там еще одна. Да, не сильно пигментированная. Да, ну вот этот девочке и нужно было, чтобы не сильно пигмент был. Решила первый раз заказать вот эту пасту. Так, две одинаковые даже? Ну да. И там еще одна будет. Вот эту пасту никогда-никогда не заказывала. Но Рима сказала, что она хорошая. Я всегда экспертом пользуюсь. А я там посмотрела, думаю, надо, наверное, взять попробовать. Ну, давно. Только мы берем этот, отбеливание, ну, редко очень крайне берем. Но это вот клиентка заказала, она тоже на постоянной основе заказывает. А вот это уже я себе. Ну, это с кислородной серии. Да. Пасты хорошие. Это прям пасты, которые подходят для всей семьи. Да. Так, что у нас тут дальше? А у меня, кстати, доставка бесплатна сегодня. Помада. Там в Драйве был этот акция. Купи декоративной косметики на 1500. И будет доставка бесплатна. И у меня так получилось. Еще одна плюшечка для липов. Да, но я не специально, но я что-то не думала, что у меня декоративки будут на 1500. Но там, по-моему, в ценах каталога. Ну, наверное, да. И потом, когда я уже утверждала заказ, думаю, опа, доставка. Приятный сюрприз, правда? Да, 150 рублей сэкономила. Так, а где же вторая? Помада. У Маши какая-то задумка. Я у нее. Неужели? А, вот, фух, я думала, я одну только. Все, вот. Вот эти помады, которые я себе в прошлый раз купила, у меня клиентка тоже захотела. Ей понравились они. Я видела, видосик... кто там в чате у тебя кто-то писал, что ну, вот хочу такой, шанс... как у тебя в да, твоем кружочке, шанс... в твоем я видео. Я видосики выставляла, она увидела, говорит, хочу. Ну, ладно. Так. Шампунь. Сухой. У меня аж 3 флакона в этот раз. На него классная акция. Ой, слушай, я до сих пор идет. 195 рублей. Да, шампунь. Это классная, кстати, вещь. Да. Так что сразу 3 флакона у меня в заказе. Это девчонки мои. И вот он, пожалуйста, наш спрей-лед, как мы его называем. Легендарный кислород. Восстанавливающий активный спрей. Вот я сейчас люблю, я обрыскиваю руки клиентам, и вот они довольны остаются. Да, его хорошо на лицо наносить, да. Прям отлично. Ну, это и есть для лица, в принципе. Вот я еще использую средства. Не просто, ну, летом на лицо, допустим, а когда маску какую-то делаю вечером. Угу. Вот, а бывают маски, которые через какое-то время начинают подсушивать лицо и стягивать его. Вот, чтобы вот этого стягивания избежать, я начинаю на маску специально обрыскивать вот этот лед. Кстати, вот моих в этом заказе вообще очень мало. Вот прям очень мало. Так, автозагар. Кому-то уже хочется. Ой, это, кто-то уже прям летом в лето собрался. Да. Салфетки, это я мужу всегда заказывала для обуви. Он любит вытирать туфли. Классно. Не нужно с собой носить вот эту щеточку. Ну, с прозрачной средством. А вот салфетки. Раз вытер, выкинул и все. Ну да. Так, эти наборы я выставляла в своем чате. Вот, вот такие наборчики. Как, кстати, в этом чате хорошо так активничают девчонки. Да, я вот, честно, как-то думала, что наоборот плохо. Да нет, мне кажется, да? Нормально. Тем более, только-только у меня там начало. 100, на данный момент 102 человека. А активные, не знаю, только. Чат только начинает раскручиваться, так что ну, думаю, может. Что все это... В общем, вот такие наборчики я склеивала картинки, выставляла в чате. Я и своим девчонкам, ну, партнерам тоже эти картинки, чтобы они... Ну, они берут, выставляют там, кому надо. Даже с другой структуры тот мальчишка спрашивал, а, да? Можно взять? Да можно, конечно, там же ни моего ни лица, ни имени, ничего нет, просто картинка. Так, ну, знаешь, есть люди принципиально не хотят, чтобы... Ой, а я там как будто бы узнала... Ой, знаешь, некоторые как считают, вот я потрудилась, создала картинку,
что кто-то там ей другой пользовался. Пусть сами создают. Ну, в общем, я не знаю. Мне жалко. Я тоже этого не понимаю. Все равно тоже есть. Люди разные. Так, а вот ламинирующий бальзам маска к этому шампуню. Есть тоже. Жалко. О, я хотела его понюхать, чем он хоть пахнет. Понюхай. Я пока отмечу быстренько. Ух тышка, он пахнет каким-то дорогим парфюмом. Он хорошо пахнет, да. Вот прям когда идете по улице, а мимо вас проходит девушка какая-то, от нее прям так вот так он пахнет. Прям что-то он мне напоминает этот запах, духи, наверное, какие-то. Вообще супер. Так, а, и вот такой там тоже наборчик был у меня. Да, такой. Это у нас был наборчик из Каори. Ой, нет, это Beauty Cafe. Да, я эти акции не придумывала. Просто взяла с каталога и сделала красивые картинки и подписала, что вот за такую цену можно купить набор. И вот этот набор стоил 450 рублей. Отлично. У нас обычно духи по каталогу 450 рублей, а тут да, еще тут гель для душа. Для душа, да, отлично. Цвет такой нежно-розовый. Угу. Нежнятина. И вот еще один, тоже с той же, с тех наборчиков. А вот эти наборчики по 550 рублей, вот представьте. Дезик, гель для душа парфюмированный и парфюмерная вода. 550 рублей. Купили красивый пакетик, все, можно идти поздравлять с 8 марта кого-нибудь. Да, там же у бьюти-кафе у нас разные. Да. Есть бьюти-кафе и бьюти-кафе каприз. Вот получается вот, два вот таких. Да, и вот как раз это одна девочка заказала, у меня два таких набора. Мини-версия парфюма 35 миллилитров. Так. Очень даже удобно на подарок. Дальше. Тушь. А, вот еще одна помада как раз. Помада. It's clear. Ну, вот эти, которые две. Ага, и ага. Тут еще одна. Тушь. Подружкам заказала. Ой, я не купила. Так. Что дальше? А, мыло. Вот это лимитированное, это вышло серия. Лимитированная. Карандаш, вот она еще. Мы с ней одинаковыми пользуемся. О, слушай, тут так мелко. Я нифига не вижу. 56 763. А, она там одна, по-моему, тоже. Ага, есть такое. Да. И карандашик. Вот мы с ней пользуемся одним. У меня. Я его, наверное, как-то более... Для бровей? Да, более жирнее наношу, потому что я вот смотрю на нее, у нее он более светлее на ней лежит. Она его, наверное, так легонечко, может, а я прям... Может быть, она его потом еще щеточкой вот так... Нет, нет. Потому что, нет. Когда щеточкой поводишь, порасчесываешь, угу. Оно как бы щеточка немножко забирает цвета. Ну да, растушевывает. Ну я, в принципе, тоже щеткой это делаю. О, боже мой, какое счастье! Обожаю эти запахи. Арбуза, тыни. Лето. Я тоже люблю арбузик. Так. Я и гелик покупала. Дезодорант. У меня мыло такое было. Хорошо пахнет вот этот миндаль. И а, да, 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 да. Еще? Одна из моих любимых. Короче, серий. Миндаль. Протеиновое молочко. Да. Это я вот себе взяла. Классные дезики. Только у меня, такой только у меня с мятой. Рима сказала, вот это средство классное, я решила его взять. Ой, что оно такое жидкое? Про что? Чистая кухня. А, ну оно и должно быть жидкое. Да? Угу. Ну уж так наливаешь и моешь, да? Можешь либо на губку, либо сразу на поверхность, а, смотря что ты хочешь помыть. Понятно. Если на плиту, то можно на плиту сразу. Ну можно и хорошо, что у нас в каталоге всякие акции, иначе я бы никогда не вспомнила, что мне еще и гель для туалета нужен. А так я это средство беру, а там, чтобы оно подешевле было, надо два чего-то купить. Я начала листать, думаю, ну что ж мне к нему в пару взять. Потом думаю, опа, у меня же гель для туалета закончился, надо брать. И взяла.
Ну, это тоже такая вещь, без которой блин, никак не обойти. Блин, а я другой хотела взять. Мне вот этот не нравится. А я, наоборот, этот люблю. Капец. Ну, ладно. Я хотела синенький. Да. А мне больше этот заходит. Итак, переходим к самому вкусненькому. Подарки за розыгрыш. Не зря она ковырялась. Да. Хотела что-то напоследочек оставить. За розыгрыш 8 марта у меня проходил в чате. 3 призовых места. И вот такие подарки у меня. Это за 3 место на борте. Класс, слушай. Получается суфле для тела, мочалка с кусочками мыла, крем для рук и гель для душа. Апельсиновая меренга. Это вот 3 место. Дальше. 2 место. Уже всеми полюбившийся набор химический пилинг для лица. Вот, шах АБЦ. Ну, тут, в принципе, он уже давно, это уже, наверное, все о нем знают. Ну, наверное, да, он уже нашумевший такой. Да. Так, и 1 место. Набор «Красивое тело». Скраб. У меня скрабик это тоже, кстати. Я обожаю его. Классный. Аха, скраб тонизирующий. Скраб актив для тела, антицеллюлитный. Потом активный крем для коррекции фигуры термоэффект и антицеллюлит крем скульптор. Вот. Вот это за первое. Ой! Роняю. Вот это за 1 место. Такой вот подарочек. Будем разыгрывать 8 марта. Да, кстати, вот эта серия, которая АБЦ, про которую Маша только что говорила. Если кто-то планирует ей пользоваться, то надо, наверное, поторопиться, потому что не очень желательно использовать ее в жаркий сезон. Или же тогда делать это вечером. Кожа становится чувствительной после такого очищения. Угу. Вот. Лучше, если в теплый жаркий сезон, то тогда лучше это делать на ночь, чтобы вы как бы переспали ночь, кожа немножко пришла в норму. Вот. Я, в принципе, наверное, все вечером делаю, так днем. Ну, ты знаешь, особо люди разные. Да, ну да. Желательно, конечно, брать сразу 3 вот этих шага, потому что некоторые, бывают 2 шага возьмут, а 3-й крем, который восстанавливает вашу кожу после вот этой чистки, почему-то не берут. И тем более там кремушек такой обалденный вообще, его даже можно и наоборот без этих 2 кремов надо пользоваться этим. Он очень хороший, как и ежедневный уход тоже. Так, все, я... А, нет, я, наверное, вот это еще не отметила. Все готово. Вот коробка была тяжелая, а покупок вроде не так уж и много. Да, где ж немного? Посмотри, весь стол завален. Не знаю. Есть скрабик. В этой пулеметной ленте пока найдешь. Так, ну что, слаживать? Складывать. Мне под моим видео написали какая-то дамочка, комментарий. Ложить, я сказала, наверное. Я вот уже не помню. Ну, любят, да. Еще что-то. Постебаться. Вот не помню уже. И она мне написала эти 2 слова и такая задает вопрос. Неужели вы правда не понимаете, что это неграмотно? Я думаю, что ж ей ответить? И написала ей, почему вас это интересует? Она мне ничего больше не ответила, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. Почему, блин, тебя это интересует? Я не понимаю. Ну, сказала я так и сказала. Ой, девочки, включите камеру и попробуйте сами на камеру записать видео. Если вы думаете, что это так просто и легко дается... И у вас получится с 1 раза. А, она говорит все правильно, красиво. Тем более мы же снимаем так, как есть, они постановочные какие-то видео, ну, да. Когда там заготовили текст, там все, да, репетировали. По бумажке читаем. Как есть, так есть. Боже мой, это такие видео, которые, ну, посмотрел, проехал. Это все видео проехал. Реального времени. Да, и все. Ничего не запланировано. Включили камеру. Угу.
и вперед. Мне так смешно стало, что она мне ничего не ответила. Думаю, вот блин, а я-то хотела поругаться с ней, а она мне ничего не ответила. Ну, есть такие люди, которые любят поумничать. Я, кстати, тоже часто ошибаюсь, когда что-то говорю. Иногда выскакивает из головы та мысль, которую хотел сказать, или не можешь конкретно какое-то слово вспомнить. Там, допустим, можешь сказать вместо тюбика баночка или наоборот. Ну да. Вот. Ну, я часто вспоминаю. Это же нормально, это жизненный такой процесс. Вы что, когда с кем-то разговариваете, прям идеально, на чисто русском идеальном языке выражаетесь? Ну, блин, да. Ну, я не знаю, вы даете. На пушкинском. Мне кажется, наоборот, когда все вот так прям вымуштрованно. О, видео! В общем, не будет так интересно, не будет так прикольно. Мы ведем себя так, как в жизни, разговариваем так, как в жизни. Зачем нам что-то из себя изображать, показывать, какие мы все, прямо, не знаю, знатоки русского языка. Мы такие, как есть, так что либо вы нас принимаете, либо вы нас не принимаете. Ну кто бы вас еще посмешил, если честно? Вот так вот ошиблись, посмеялись, подняли настроение себе и вам. Никаких заморочек. Да, никаких заморочек. В итоге вот такой вот, повторяю еще раз, показываю мне, какая лента, машина лента. 11 000. 11 391. Сумма заказа. Да. Целая люлька. Сколько предметов в заказе? Ну-ка смотри, тут крайняя срочка. 69. 69 штук. А это что? Товар. 87. Ну да, баллы. 87 баллов? Да. Вот, и коробка наша упустила. А, это скидка моя. 3800 у меня в остатке там было. Баллы, да, вот они баллы. 87, 83. Короче, мне вот эту сумму надо заплатить. 7948. Да. Угу. Так что вот, немножко мы прервали, теперь продолжаем. Маша сейчас у нас поучаствует в лотерейке, так как она у нас всегда с удовольствием снимается видео. Почему мы должны лишать ее лотерейки? Так, я зеленый брала, синий брала, розовый не помню, брала или не брала. Их тут мало как-то осталось. Розовый чаще всего беру. Значит, и я тоже. Куда все, туда и я. Ну-ну, интересно. Как Дима говорит, та-да-да-да! Приятных сюрпризов! Выбирай подарок с корзины номер 3. Вот. Идем. Значит, выбираешь с корзины номер 3. Так, где у нас 3? Вот она. Тут у нас поехали, мыло. Поехали за Машей. Мыло, порошок. Но я порошки не люблю. Вообще не люблю порошки. Ну, не знаю. Я гелем пользуюсь. Я в них не вижу разницы, не понимаю. Ну, это на любителя, кому что нравится. Я, например, в последнее время тоже на гелях сижу. Ну, да. Ну, вот не вижу я в них разницы в порошках. Самый дешевый, самый дорогой взять. Ну, по запаху, может, только отличаются. Все. Вот это, наверное. О, вот это хорошее мыло, кстати. Оно почти без запаха. С ланолином. Да. С овечьей шерстью. Мне очень нравится крем для рук из этой серии. Та-да-да-да-дам. Все, ну и один ты берешь большой подарок из супер корзины, да, потому что заказ у тебя большой. Так. О, я знаю, что я тут возьму. Блин, а может... И задумалась. Да, я знаю, что возьму и задумалась. Ну, клубничный такой у меня есть, но мыло я купила нам. Этот мне гель не очень. Это клубничный. Этот я не люблю, я второй люблю зимние ягоды. А таким я уже 100 раз пользовалась. Такой мне Рима подарила. И что остается? Конечно же, шарик для Аришки. Это точно. Вот что выбрать в подарок человеку, у которого все есть с Фаберлика? Да, сложно. И всем пользовались мы. Сложно. Так что ребенок будет радоваться. Ура! Лотерейка разыграна! Зеленый.
Не помню, попадался. У тебя там как раз, по-моему, синий, да? Да, она, у меня синий я взяла. Вот, а это зеленый. Я еще взяла два, думаю, ой, да ладно, обойдется одним. Там еще у нас лежат тоже эти бомбочки без игрушки, с игрушкой одна есть. Думаю, ладно, одну возьму. Ну, будет две. Она всегда так радуется. Ты для меня подарок взяла у Римы? Я говорю, нет, сегодня для тебя не взяла. Или да, сегодня для тебя взяла. Вот этот клубничный гель, она пользуется им только. У меня дочь малиновый любит. И скраб, и гель. Все нравится, и малиновое. Малинки, малинки. Так что, девочки, участвуйте в нашей лотерейке. И будет вам счастье. Приходите на пункт выдачи. Герой Яцкова 28. Да, ждем вас. Мне кто-то замечание, ну, в хорошем смысле, сделал в комментариях под моим видео. И я делала распаковку. Ну, и сказала, типа, пришла с пункта выдачи. Ну, что-то вроде, короче, просто сказала, пришла с пункта выдачи, ну, допустим. И мне там девочка написала, вы забыли добавить герой Яцкова 28. И говорят, точно! Ну да, мы все время не забуду. Все время повторяем одно и то же, поэтому люди уже подсмеиваются. На что делать? Может быть, кто-то включил видео на Ютубе первый раз и не знает, блин, откуда снимают. Приходится повторять. Не все же смотрят постоянно. Когда-то приходит какая-то свежая кровь. Да. Кто-то смотрит первый раз. Должны понимать, что мы находимся на Краснодаре, на Герой Яцкова 28. Как мне опять это все трещит? Так, девчонки, ладно, я выключаю камеру, потому что мы и так уже много сейчас наговорили. Сейчас я сумки свои покажу. Ой, боже мой, давай. Две авоськи. Я как обычно, точно что, бабка с авоськами, иду. Думают, боже мой, да что ж она каждые 3 недели там тарабанит в этих сумках. А я кто-то заприметил уже, думаю. Конечно, я знаю это. А ну идешь, там, там возле магазина продавцы стоят, курят там. Там еще какие-то рабочие. Сейчас бабки на лавочках вроде бы уже не сидят, как раньше. Ну, а вот так, там в КБшку зайду, ну, не, понятно, не для этого, там Марине бывает сладости покупаю. И вечно ж с этими сумками. И они уже смотрят на меня, что она там, что она там носит? Что у нее там в сумках в этих? А у меня ценности. Тащить, конечно, тебе придется. Ну, благо, что не особо далеко. Ну, это да. Поэтому... Что, можешь сюда что-то сложить? Да ладно. Может, сюда сверху положишь? Стакан положу. Сейчас попью немножко еще. Сюда стакан положу. Все, выключаюсь, потому что начинается закрытое закулисье. Закрываем. Пока.